Приветствую вас, мои дорогие, с вами Жанна Фетисова. И сегодня у меня огромная коробка с косметикой. Ну, просто на сайте Beauty Home распродажа. Просто какая-то невероятная. Большинство товаров по 49 рублей. Те, которые стоили за 200 и за 300. Я не сотрудничаю пока ни с одним магазином. Если я буду сотрудничать, я буду очень рада, но я обязательно вам об этом расскажу. Просто я продолжаю искать для вас и для себя очень выгодное предложение. И мимо, конечно же, такой огромной скидки я пройти не смогла. В моем заказе 32 наименования. Конечно, многовато, но это не для меня одной. Сейчас я собираю косметичку для дочки. Также обновляю косметику для мамы. Что ж, давайте распаковывать вместе. Покажу вам каждое средство близко и все цвета. Ну и первое, что я заказала, это моя любимая компания Organic Shop, еще есть у них серия Organic Kitchen. Гель для душа, сладкая ваниль, 100% фруктоза, польза, только настоящие фрукты. Здесь целых 500 мл. Стоимость этого средства на сайте Beauty Home была 139 рублей. Я считаю, очень выгодное предложение. И следующее средство от того же самого производителя Organic Shop. Пышный блеск, органовый биобальзам для волос. И я пробовала уже такие бальзамы, они нам очень-очень нравится. Здесь 250 миллилитров. Стоит этот бальзам на сайте 119 рублей. Я покупала его, вы знаете, в других магазинах за 200 с чем-то. Так что это выгодное предложение. Следующее, что я очень хотела попробовать, это вот такой вот сухой шампунь Батист. Стоимость его 512 рублей, но в принципе это стандартная стоимость. Батист продается примерно по одинаковой стоимости везде. До этого у меня были люксовые марки и пудра, которую я вам показывала. Этим шампунем я пока еще не пользовалась. Скажите, если кто-то пробовал, что это за аромат. Следующее средство – это двухфазный лосьон для снятия макияжа. Lift of the Day. Гош, я ни разу не пробовала, честно говоря, их косметику. И сегодня будет несколько товаров косметических. Хотя Гош это не совсем бюджетная косметика, но стоит он здесь 149 рублей всего лишь за 125 мл. Эти продукты также привлекли мое внимание. В основном очень выгодной ценой. Компактная тональная основа от Essence. 20 номер, натуральный нюд. Открывается как пудра. Смотрите, здесь есть спонжик. Давайте посмотрим, как это выглядит. Ага, она кремовая. На руке выглядит немного желтоватой, но лицо у меня как раз желтым подтоном, так что вот этот цвет очень подходит. Она действительно имеет матовый финиш. Цвет, как вы видите, сильно отличается при нанесении и растушевке. Он становится более светлым. Номер 20. Два консилера от Essence. Soft Touch консилер по 49 рублей. Номер 10. Очень-очень насыщенный. С ним надо быть очень аккуратным. Имеет, как вы видите, такой немножечко желтоватый все-таки подтон. У кого розовая кожа, не подойдет вам. Такого плотного он превращается в совсем прозрачный. 20-й, я так понимаю, даже светлее, чем 10-й. Давайте сравним вот это 20-й, вот это 10-й. Да, чуть-чуть он посветлее. Мне нравится. Ну, он, конечно, очень плотный. Если есть что замаскировать, то тогда вот берите эти консилеры. Ну уж тем более по 49 рублей. Еще несколько товаров от Gauche были упакованы вот в такую вот полиэтиленовую упаковку. Довольно сложно она снимается, сильно шелестит, поэтому я уже открыла. Начнем, наверное, с кисти. В рашеве, то есть в чехле. Очень пушистая, набита хорошо. Кисть для пудры. Номер у нее 300. Стоимость со скидкой была 199 рублей. Будем с вами ее использовать в макияже и посмотрим в деле. Набор из 4 бальзамов Gauche Soft Shine Lip Balm 36, 37, 38 и 40. 40-й цвет более весенний, коралловый. Остальные хорошо подойдут на осень и зиму. Мне нравится металлическая упаковочка от Gauche. Еще надеюсь, конечно, вот эти вот белые штучки снимутся. Получается, один бальзам стоит 100 рублей. Номер 38. Эохромит. В нем есть такие маленькие-маленькие, ну, не блесточки, а что-то такое вот есть, что переливается. Мне нравится такой цвет. Следующий, 37-й. В розовый отдает. 37-й. 40-й номер, коралловый. Может быть, многие бы даже не купили его, не попробовав. А на самом деле очень красивый такой приятный цвет. Кстати, тоже очень модный цвет. Номер 36. Ракотово-коричневый. Ой, как они все вкусно пахнут. Просто съесть хочется, какая-то конфетка. Давайте попробуем это стереть и заодно посмотрим, насколько они устойчивы. Нет, как вы видите, они не устойчивы. Они легкие, легкие, видите, такой тинт оставляют. Следующее, что я предлагаю сейчас посмотреть, это вот такая вот тушь от Gauche. Мастера 002 Carbon Black.
Гош тушь для ресниц. Стоимость ее 199 рублей. Туши от Гош я ни разу еще не пробовала. Мне нравятся вот такие вот кисточки. Как вы видите, она не обляпанная тушью. Имеет такую структуру, очень гелевую. Это хорошо, она будет разделять реснички и удлинять. Супер-супер черная, да? Но мне кажется, за такую стоимость только белорусскую косметику можно приобрести. Точно не Гош. Так что это очень выгодная покупка, на мой взгляд. Подводка фломастер для ресниц от Гош. 03 Браун. Тоненькая кисточка. Давайте попробуем. Темно-темно-коричневая. Стоимость такой подводки 149 рублей. Контур для глаз называется Ultimate Eyeliner with a Twist Gouache. 119 рублей он стоит. С одной стороны имеет вот такой вот спонжик. С другой стороны карандаш. Очень красивого такого цвета какао. И он супер-супер устойчивый. Я даже боюсь, что вот сейчас, если я быстро его не сотру, он уже не сотрется никогда. Так что для тех, у кого жирные веки, кто страдает от того, что растекается, у кого слезятся глаза от ветра или от аллергии, попробуйте вот этот карандаш. Вот смотрите, он уже не стирается. Вообще забавные штучки от Essence, которые я ни разу не пробовала. Это такие полоски для очищения пушки. Отдам дочке, потом получу от нее какой-то отзыв. 49 рублей они стоят. В кармашке 3 упаковки. И следующее, что я приобрела, это две вот такие вот контурные палетки. Одна для лица и вторая для глаз. Давайте все их посмотрим. Вот такие вот цвета. Сзади, как вы видите, картинка, куда наносить какой цвет для того, чтобы сделать объемным такой лицо, чем такой контуринг. Этот цвет матовый, явно шиммерный, и вот этот чуть меньше. Попробуем все цвета. Влезет при переносе на кожу. Очень нежный контуринг, его практически не видно. Интересно, как он будет смотреться. Ну и тут два цвета, как вы видите, они явно такие блестящие, шиммерные, хайлайтерные. Ну, в общем, будем все пробовать. Это номер 10, 99 рублей. Essence Light Up Your Face Luminizer Palette. Это уже для контуринга глаз. Палеточки хороши для быстрого макияжа. О, вот это в уголочек кладется. Вот такой цвет. Он, как вы видите, персиковый такой отдает, блестящий. На цвет, как вы видите, он абсолютно матовый. Надо аккуратно с ним быть. Он может наставить пятен, этот цвет. Так что его нужно очень аккуратно тушевать на чем-то светлом. Brownness with Frosting называется номер 2. Вот эта палетка стоит 49 рублей. Несколько следующих продуктов для глаз и бровей. Подводки, карандаши. Давайте все посмотрим. Все это от Essence. Contour Eye Pencil. Двойной карандаш. Первая часть хайлайтерная и вторая для контурирования. Контурирующий цвет. Оливковый такой, немножко подтон имеет. Я думаю, прекрасно будет для бровей. Очень неплохие кремовые такие текстуры. Хайлайтер красивый. Оттенок жемчужный. Карандаш стоит 49 рублей. Следующие два карандаша. Вот такие вот Каял карандашики. Тоже от Essence Smoky 2 в 1 Каял Лайнер. Продукт, который есть, вот вы его видите. То есть внутри там только маленькая-маленькая головка, которую держит этот карандаш. Им нужно быть очень аккуратным, не нажимать. Он очень мягкий. И он должен хорошо растушевываться для того, чтобы делать Smoky Eyes. Ну и, в принципе, такие растушеванные стрелки. Это удобно. Эти два карандаша подводки Каял по 49 рублей. И следующие две подводки. Одна в коричневом цвете. Вот такую металлик Liquid Ink. Стоит эта подводка 49 рублей. Что называется, для тех, кто умеет рисовать. Не идеально тонкая, конечно, кисточка, но цвет, как вы видите, он отливает таким медным, зеленоватым. Даже не знаю, красивый цвет. В общем, мне нравится. Deep Eyeliner. Какие она толстые линии рисует. Хотя, в принципе, приноровиться можно. Написано, что она waterproof. Давайте посмотрим. Ну, в принципе, стирается неплохо. Может быть, она еще должна была застыть какое-то время, дать ей. Тогда она будет более водостойкая. Подводка для глаз от Essence Rock'n'Doll. 49 рублей. Странный аппликатор. Не знаю, как, честно говоря, им рисовать. Почему такой толстенький сделала, надо будет приноровиться, видимо. Long Lasting Eye Pencil, карандаш для глаз, Tony 18. Автоматический карандаш. Яркий такой цвет, ближе к винному, между коричневым и бордовым, будет хорош для нюдового макияжа. Кстати, кто любит вот такие вот помады, можно, я думаю, пользоваться и в качестве карандаша для губ. Стоимость его 49 рублей. Тени для бровей Make Me Brow в Tony 10 от Essence.
Сами тени находятся внутри колпачка. Заинтересовал цвет. Тауповый, совсем светлый такой. Нужно будет попробовать на бровях. Видите, на руке он плохо рисует. Стоимость этого продукта 49 рублей. Блеск для губ от Catrice. Я надеюсь, вам видно. Немножечко бликует. Beautyfine. Стоимость его на этом сайте 129 рублей. Давайте попробуем. Немножко, конечно, он конфетный. Чуть-чуть кораллово-розовый такой. Но вот на весну, на лето, я думаю, прекрасно. Аромат у него довольно вкусный. Вкусный, очень похож на ароматы гуш, то есть такая ванильная конфетка. Цвет Blackberry, ягодный, 0,60. Два карандаша для губ от Essence Glossy Stick. Светлый в номере 01 и ярче в номере 04. Стоимость этих помад по 49 рублей. Давайте пробовать. Номер 01 Radiant Rose. Очень нежный нюдовый оттенок. Слегка перламутровый, но совсем немного. Эти помады нужно точить. Номер 04, Posh Pink. Вот такой цвет, насыщенный, коралловый, яркий. Хорошо на весну и лето. То есть на следующую весну я уже обеспечена прекрасными помадами. Я их очень долго-долго стирала. Как вы видите, они оставляют легкий тинт все равно. Они очень устойчивые. В моем заказе было два блеска для губ от Essence 3XL Shine Lip Gloss. Это номер 36. По виду довольно яркий. Надеюсь, что он такой не будет. Нет, он яркий. Придется мне его подарить. Я даже знаю, кому. Я знаю, кто любит такие. Приятный сладко-фруктовый аромат. В упаковке выглядит очень красивым. В камере он кажется немного таракотовым, но на самом деле он почти красный. Очень кремовые, я бы даже сказала масляные. Такие приятные в нанесении, будут хорошо увлажнять губы. 37-й цвет я, пожалуй, буду носить даже осенью и зимой. И стоимость этих блесков по 49 рублей. Далее в моем заказе три помады из серии Long Lasting от Essence. Номера 4, 6 и 22. По поводу 22-го у меня уже есть сомнения, слишком светлый. Помада стоит по 49 рублей. Ну, давайте все пробовать. Слишком холодный нюд, но опять же, я знаю, кому это можно подарить, кто будет просто очень-очень рад вот такой помаде нежной. Номер 6, пробуем. Аромат у них, конечно, не очень, какой-то горьковатый. Этот цвет что-то между бордовым и коричневым, спорный, в принципе, для меня немножко темноватый, на мой взгляд. Но вот такой цвет обожает моя мама. Я подарю ей вот такую вот новую помадку. Номер 4 выглядит более винным. В камере опять все какое-то в теплинку отдается, в таракот. Но на самом деле он даже немножко в синеву отдает. Такой темно-бордовый с синевой. Красивый такой осенне-зимний оттенок. Какой тинт сильный, да, вот видите, рука вся розовая, оставляет вот эти помады. То есть они действительно long-lasting, они действительно устойчивые. При условии, что из этих трех помад мне подходит только одна, я рада, что можно кому-то сделать вот такие недорогие, очень приятные, красивые подарки. И у нас с вами осталось два продукта. Один из них это лип-лайнер от Essence в номере 07 Cute Pink. Жесткий карандаш, конечно, для губ очень жесткий, но может быть он потом разойдется, не знаю, может быть от тепла тела. Essence и Catrice, знаете, так вот бывает. Вначале они жесткие, а потом они становятся более мягкие. И последний такой вот загадочный продукт. Пудра для губ. My Must Have Tester от Essence Lip Power 02. Пудра для губ, как бы ни странно это звучало, сейчас очень популярна в Корее и Японии. При соприкосновении с кожей, с теплом, они должны превращаться в помаду. В итоге эту пудру для губ можно использовать как тени в складочку, потому что цвет очень красивый. Нейтральный между персиковым и песочным. В любом случае, спасибо за подарок. Надеюсь, что это видео было для вас интересным. Если вам нравится такого типа видео, пожалуйста, поддержите меня, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить видео. Колокольчик здесь. Спасибо большое, что были со мной. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!